Россияне продолжают публиковать видео с убийствами и издевательствами, в том числе над украинскими военнопленными. Какую реакцию это вызвало здесь, в Брюсселе? Заметили ли это явление? И удалось ли россиянам запугать европейское общество? Знаете, это шоковая ситуация. Это не испуг. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с, я бы сказал бы, с агрессором, который является шовинистом, полностью в бесчеловечном отношении к другим. Они готовы к разному. Они готовы убивать и детей, и женщин, и военнопленных. Они это подтверждают постоянно. И видя такие кадры, только понимаешь, насколько нам надо более, я бы сказал, сделать усилия, чтобы скорее победить этого врага. Потому что он несет разрушение и убийство. Он не имеет ни другого способа изъявлять свои как бы, намерения и так далее. Он пришел с оружием, он пришел с огнем, он пришел с разрушением. Так что российское лицо в крови. И я не знаю, что должно сделать российское общество, кстати, видя эти кадры. Я тоже пересылаю все это россиянам. Хочу услышать их комментарии. И, знаете, объяснений каких-то здесь не может быть. Я только жду, чтобы они общими какими-то действиями все-таки проснулись и начали общую борьбу против этого кровавого режима в Кремле. Потому что это, знаете, приговор надолго. Я бы сказал, как народу, как людям. И выйти из этого такого статуса, это займет много усилий. Знаете, поверить, что они изменятся, и они не часть этих убийств. Ментально, потому что посмотрите, сколько было поддержки со стороны российской публики. Это значит, что они как бы являются внуками Ежова, Берии, Сталина и тех, которые убивали раньше. То есть они готовы продолжать эту кровавую историю Российской империи. А такой империи нету места в Европе. Благодарю вас, господин Арштевич. Спасибо вам.